Ой, мне сегодня целый день болит голова. Хотя сегодня у меня такой сборный день. Вот. Мне надо все вещи собрать. Мы уже половину вещей, не половину, а практически уже все. Все вещи снесли по лестнице сюда, на низ. Голова болит. Сестричка моя любимая. Все мне помогает. Говорит, лежи. Сестра, серьезно, болит, наверное, вот это вы правы, вот девочки мне. Как Лариса, сколиоз, что у меня? Остеохондроз. Я так делаю, когда... А я думала, сколиоз. Сколиоз, это когда спина искривлена. Ну, в общем, водили. Волчонок, пошли. Завтра уезжаем. Иди какай и писай. Вот. И сегодня все равно ромашка пчихает. Ой, ромашка пчихает. Батон пчихает. И прям козявки. Вон. Сегодня опять пошли на врача. К Томасу на прием. Вот. В общем, он говорит, это какой-то вирус. Дал нам таблетки. Вот. Говорит, давайте таблетки. Ну, уже сколько? Бесплатно. Бесплатно таблетки. Бесплатно. На 20 дней. А? На 20 дней. На 20 дней, да. И потом говорит, надо, наверное, им взять. Мы сколько уже? Раза 4 у него были. Ну, это что-то не проходит. Не знаю, что это за такое прям козявки, прям как у человека, такие большие. Он сказал, что у тигруля лучше состояние, а у него нет. Вот я же тебе тоже сказала, что у тигруля лучше состояние. Мне кажется, ей... Потом... А температуры нет? Температуры нет, ну что это он какой-то... Говорит, я говорю, это как, мы его где-то подцепили или как? Он говорит, нет, это, скорее всего, приобретенный с матерью. Да. Ну, никак не можем вот это выкарабкаться. Вот чихает. Ну, правильно, а что, она ляля где-то хорошо, правильно, она же тоже на улице жила. Наверное, что это, да. Мать их же на улице жила, родила же их на улице, наверное, от этого, не знаю. Это же потому что он говорит, что раз вот вколол им что-то, второй раз в этот сам. И не, ну, сколько, может, пятый раз, наверное, у него. Пятый раз на приеме. Вот, и состояние у тигрули так... Чуть-чуть лучше, а батончик все равно. Прям чихает, тут как вот прям козявки. И так бедненький чихает. И так вот носик. Ну, в общем, будем давать. А сейчас он уколол, что? Еще уколол, да, что-то? Ну, посмотрим, не знаю. Вакцина будет 17 числа. Потом еще нам надо прививки сделать. У нас есть же прививки там, мы же делали. Вот. Но надо еще какие-то вакцины, говорит, для иммунитета, да? В общем, тоже. Вот так вот. Волчонок гуляет на улице. Сейчас буду. Лариса сварила такой хороший соус с грудинки. У нас картошка. Вот. Грудинку обжарила, а потом протушила и туда картошечку. Сделала салат с лука, с яйца, с майонезиком, чуть-чуть перчика. Ой, да вы что? Что такое? В общем, вот такие вот пироги. Все. Не знаю, кто вы мне там писали, что можно на почту пойти и на почте адрес переменить и будет приходить. Не знаю я, куда можно, на какую почту ходить. Это же совсем другой город, совсем другая земля. Я не знаю. Нам сказали, что надо персонально приносить в каждый, в общем, как сказать, организацию, уведомлять ее, что у вас или электронной почтой, или письмом. Не знаю, все по-разному. Не, ну, наверное, видишь, как тут нас автоматически перевели, вот, социала перевели в джоб-центр автоматически. Ну да, джоб-центр сам не знает, что делать. Ну, в общем, надо нам, в общем, джоб-центр, чтобы джоб-центр нас перевел теперь в другую, на другую землю. Ну, в общем, работы еще много. Ну, завтра мы все равно едем. Вещей, мама дорогая, ничего такого и нету. Вот, и все надо, и все ценное. Я уже и все, и соль пособирала, уже практически все. Все. Не знаю, прямо тут в шее. Что такое? И тут вот за ухом, у меня то ухо стреляло, сейчас опять начинает чуть-чуть стрелять. Что это такое, я не знаю. Я вчера вышла, был ветер. Но я была в кофте. Вчера открывала все. Я же говорю, что у меня прям так грудная клетка. Это не от веса у меня, от веса, говорят. Вес само собой, это у меня прям заложено, все, ну, загородка, вот тут все заложено, вот. Прям как вот человек не дышит нос, понимаете? Не, ну вес тоже дает. Вес само собой, но вес сюда не касается.
Вес. Я всю жизнь при таком весе. Юль, мне кажется, что в таком весе ты впервые. Нет. Да. Я была в таком весе. Была я в таком весе. Чуть меньше была. Ты просто не помнишь. Ты даже сейчас веситься не можешь нигде. Это чем? Ну так. Я не знаю, это... нравится, когда завешиваться каждый день. Это лишнее. Я знаю свой хороший вес. И возраст. И возраст. Что, дети, что такое? Что вы кричите? Что, мои хорошие? Нам термометр в попу сунули. Термометр в попу им сунули, они теперь там то дерутся, то пищат. Ты что, они прям плакали? Маленькие красавчики. Мои любимые детки. Так, волчонок, идешь ты еще писать? Нет, как от идешь выйдет? Нет, ну все, пошли домой. Пошли. Давай. И пойдем. Спокойно. Так, пошли. А у нас тут, видите, стройка идет. Прямо напротив. Сказали, что земля вся вот эта выкуплена. И теперь люди строятся. Не очень, конечно. Тут. Ветеринар наш недоволен, потому что говорит, ну, что поделать? Ну, гляньте, дома так быстро построили. Ну да, у тебя дома вообще быстро построили, гляньте, за 3 месяца практически. Все очень быстро. Мы так. Приехали, еще не было. Да. Одна тень моя. Ну, не очень-то я и толстая. Так, сейчас я открою двери. Сейчас открою. Так. Ну, вот и вещи собраны. Вот смотрите, сколько тут. Ни много, ни мало. Вот 2 коробки. Вот они. И вот тут пакованы. И ничего такого тут, такого прям ценного, бесценного. Песок детячий. Тут корм, он. Собачий корм. Здесь корм. Здесь такое. Зонтики, шмонтики. Тоже тут, видите? Ничего, можно сказать, такого ценного нету, а все нужное. И там еще сумочка дома. Вот так вот. По мелочам. И собирается. Ну, песок шо? Песок. Не тащить же его так вот. А так на машину загрузим, будет нормально. Вот. Вот здесь вот там такое шматье, там продукты. Такое. Тут немножко спиртного. Ну, вот видите, ту-ту-ту-ту-ту. Я не знаю, уже все. Последний день. Здесь. Всем спасибо. Так что завтра утром встаем и тю-тю. Ой, домой зашли. Вот по лестнице сейчас поднялась, да. Чуть есть задышка. Ладно. Такой салат, смотрите, с майонезиком чуть-чуть, будет бомба. Я очень люблю яйцо, лук и чуть-чуть майонеза, перчик и сольки. И соусик. Знаете, какой соусик? С грудинкой, с картошечкой, настоялся. Просто объедение. Вот сейчас мы и поужинаем. Мне приятного аппетита, а вам спокойной ночи.